По данным ноябрьского ветцентра, куры от данного производителя в наш город не поступали. Исполняющий обязанности руководителя центра Алексей Шишков отметил, что вся продукция, ввозимая в наш город, проходит постоянный ветеринарный осмотр. Он также напомнил жителям города, что они могут смело требовать у продавцов документы на продукты. Это, в частности, сертификат качества и ветеринарное свидетельство. Алексей Шишков добавил, что данные документы должны быть у каждого продавца на руках. И отговорки, якобы бумаги лежат где-то в офисе, скорее всего, означают, что их просто нет.